Приднестровцы всерьез опасаются, что из Приднестровья уйдет российская армия и придет НАТО. Один из самых частых ответов в нашем опросе прокомментировал министр иностранных дел Виталий Игнатьев. На самом деле под этими опасениями есть почва. И эта почва, к сожалению, становится с каждым днем все более реальной, да? Потому что конфликт у нас не урегулирован, потому что против миротворческого механизма ведется война, потому что политико-дипломатические механизмы, которые у нас существовали, разрушаются Кишиневым. Со стороны Молдовы постоянно звучат призывы вывести российских миротворцев из Приднестровья. Молдавское высшее руководство участвует в работе антироссийских объединений, таких как Крымская платформа. В Молдове постоянно проходят учения НАТО. Несколько месяцев назад в аэропорту Кишинева приземлился американский самолет с вооружением. Содержание военного груза засекретили. Виталий Игнатьев подчеркнул, вместо того, чтобы успокоить страхи, молдавская сторона убегает из-за стола переговоров. Раунда в формате 5+2 в этом году не будет. Кишинев отказался проводить переговоры. Вчера министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Попеску сказал, что Молдова будет готова провести встречу 5+2, когда найдет переговорщика на должность в правительстве. Сейчас место вакантно. Переговоры идут только на уровне экспертных групп. Но эта работа носит формальный характер. Полномочия молдавских экспертов не ясны. И будет ли результат у такого взаимодействия, непонятно, сказал Виталий Игнатьев.